Вся моя жизнь — перемены. Я постоянно меняюсь сам и меняю свое мнение. Карл Лагерфельд. Моим словам стоит верить минут 10. Потом я могу передумать. Ностальгический четверг с Тимом Бланксом. Шанель. Порочная ривьера. Я Тим Бланкс, модный журналист, и сегодня мы поговорим о феерическом показе Карла Лагерфельда из дома Шанель в начале 90-х. Показе в пляжном стиле. Ошеломительная коллекция. Карл использовал все лучшие идеи сезона и сделал их доступными для женщин всех возрастов. Он настоящий гений. Мне очень понравилась идея с велошортами. Пиджаки для серфинга, блестки, разноцветные костюмы с леггинсами. Мне кажется, он по-настоящему понимает, что леггинсы и трико стали частью гардероба каждой женщины. Он взял эту идею и привнес в нее уникальность. Все дело в цвете, элементах и том, как эти элементы сочетаются в гардеробе современной женщины. Это показ Шанель весна-лето 91 года. Именно тогда общение за кулисами начало набирать вес. В самом начале 90-х, если бы вы прошли за кулисы, вы бы увидели 4-5 операторов. Затем началась эпоха супермоделей, и операторов стало 400-500. Это была эпоха настоящего хаоса. Что, на ваш взгляд, осталось в этой коллекции от Коко? Ну, пуговицы никуда не делись. И пиджаки остались. Если серьезно, образ Шанель сохранился. Мне кажется, наше восприятие Шанель со временем изменилось. И он прав в том, что не оглядывается в прошлое. Пора жить 90-ми, и это ему отлично удается. Простой свободный крой спортивной одежды Коко Шанель помог женщинам освободиться от корсетов. Вот так Карл Лагерфельд устроил супермоделям пляжный отдых. На мой взгляд, показ был очень позитивным. Вы согласны? Оставьте комментарий и подпишитесь на наш канал.